На портале «Слово и дело» мы зафиксировали такое обещание Андрея Гордеева, что он будет способствовать реконструкции очистных сооружений города Херсона. Вот. В его приемной официально нам сказали «да», что реконструкция произведена. В то же время наши источники сообщили нам, что нет, деньги не были выделены. Поэтому сейчас мы приехали на сами эти очистные сооружения, и вот вы можете убедиться своими глазами. Вот, посмотрите, это отстойник. Это сооружение называется отстойник, и оно требует капитального ремонта. Как вы видите, оно, железные конструкции довольно ржавые. Им уже лет, наверное, 20-30, а то и 40. Вот. Я вот попрошу оператора еще показать за его спиной вот тоже подобное же очистительное сооружение. Вы видите, что оно ржавое, уже довольно так дышит на ладан. Поэтому говорить о реконструкции, я думаю, мы не можем. Мелкий ремонт, конечно же, да, ведется постоянно, что-то латается, но глобальной реконструкции все-таки тут нет. Мы ее здесь не видим. Вот, поэтому статус этого обещания, можно сказать, в процессе.